растет популярность волейбола и среди юных омичей. 18 команд соревновались в решающем этапе турнира по волейболу среди общеобразовательных школ Октябрьского округа. Третий год соревнования проходит под патронатом партии «Единая Россия». Является одним из этапов реализации партийного проекта «Детский спорт». Его основная цель – создать условия для успешного развития детско-юношеского спорта. По мнению юных волейболисток, в этом году турнир получился интересным и напряженным. Большинство команд прибавили и в физической подготовке, и в мастерстве. Призовые медали завоевали команды 142-й, 118-й и 73-й общеобразовательных школ округа. Мы как бы очень стараемся за каждый мяч, мы бегаем, прыгаем, это очень приносит удовольствие. Также мы хотим дальше расти, там, в команду нашу омскую попасть, молодежную лигу. Уже в недалеком будущем именно нашей молодежи предстоит вести нашу страну по пути интенсивного развития. И от того, насколько будут и морально, и физически сильны наши молодые, во многом зависит и развитие нашей России. Именно поэтому мы сегодня делаем очень много для того, чтобы спортивное направление, именно спорт и физическая культура ребят, конечно, развивалась.